Всем привет, дорогие зрители! Нашел в Махмутларе трехкомнатную квартиру пустую в очень хорошем проекте, который называется «Екта-Аладдин». Значит, быстренько покажу инфраструктуру, то, что есть. На данный момент управляющая компания сменилась, так как жители проекта потребовали сменить управляющую компанию. Из-за этого сказали мне, что этот крытый бассейн не запускают в этом году. В следующем году все заработает. Вот такой проект. Свеженький, 5-6 лет максимум. Вот такой сад. Цветочки тоже присутствуют. Кому надо, подарю. Здесь такая открытая парковка. Здесь у нас беседка. То, что рядом есть, я вам покажу. Здесь у нас муниципалитет Алания установит большой парк. Вот это будет парк. Здесь уже есть готовый парк для детей, там есть аттракционы. И еще, если вы видите, вот там будет парк. Это будет одно из хороших мест в Махмутларе. Как бы здесь конец Махмутлара, начало Каркаджака. Расстояние до моря, до дороги от моего места 500 метров, до воды 550 метров. Отмерял по карте Google. Присутствует генератор. Айдат вроде будет 150-180 лир. Между ними инфраструктура только вот эта. Есть бассейн, есть беседка, зона барбекю. Установят, кажется, сюда новые. Ну, вроде там гриль поставили. Камера наблюдения все есть, все присутствует. Покажу дорогу. Магазины рядом, аптека, все здесь. Вот тут магазины. Шаурма там с той стороны, маркеты вот здесь, стройматериалы и тому подобное. Мы поднимемся сейчас в квартиру. Вот проект называется «Екта-Аладдин Резиденс». Это я в зеркальце. Присутствует два лифта. Вот такой просторный лифт на 10-15 человек. Поднялись мы к квартире. Вот такая лестничная. Тут площадка, коридор. На этаже 4 квартиры. Вот такой коридор просторный. И вот наша трехкомнатная квартира. Так, здесь вот такая прихожая. Начну я с правой стороны. Так. С правой стороны у нас вот такой санузел. Качественные стройматериалы. Гранит у нас, мойка, раковина вот эта. Вот такая просторная душевая кабинка. Здесь у нас хозяйская спальня. Ламинат уже установлен, как вы видите. Здесь где-то 10-11 квадратных метров. Присутствует также санузел хозяйской спальни. Есть проточный водонагреватель фирмы Бейта. Электронная. И у спальни есть свой выход на балкон. Вот такой вид с этого балкона. Здесь будет все прекрасно. Парк. Там парк. Вид не закроется у вас никогда. Отсюда как-то море не видно. Ну, видны горы, сейчас облака вроде. Вот облака, горы видны. В этой квартире отдельная кухня, дорогие зрители. Вот это наша дополнительная спальня. Также есть выход на балкон. Вот, шумоизоляция хорошая. А окна открыты, шума нету. Вот такая прихожая. Сюда стиральная машинка ставится.
Вот. Сюда можете встроенный шкаф установить на любителя. Вот у нас кухня такая просторная. Нужно купить бытовую технику, мебель и переехать жить. Обойдется вам где-то 3000-7000 евро, в зависимости от товара и вашего вкуса интерьера. Значит, вот такая здесь гостиная, комната отдельная, просторная, где-то 18 квадратных метров минимум. Просторная. Выйдем на балкон просторный. Вот здесь есть такое местечко, чтобы можно сделать кладовку. Южная, юго-западная сторона. Сейчас время 12:30 утра или дня. Вот такой просторный балкон. Солнышко у нас в этой стороне. Пока что запрос клиента, чтобы я говорил, во сколько я снимаю ролик, чтобы понять, где солнышко. 12:30 дня время. Хочу подвести итог о этом проекте. Проект был сдан 5-6 лет тому назад. Строил застройщик объекта. Многие уже знают. Здесь конец Махмутлара, начало Каркаджака. Расстояние до моря максимум 550 метров до воды. Рядом инфраструктура, магазины, рестораны и тому подобное. Инфраструктура только присутствует: бассейн, беседка и зона барбекю. Управляющая компания вроде поменяет, все ждут. 150-180 лир между ними. Айдат. 120 квадратных метров брутто, 103 квадратных метра нетто. С балконами, с коридором, прихожей, все включено. Все, цена этой квартиры 74 тысяч евро, дорогие зрители, без торга. С вами был Агаси из Солнечной Алании. Всем пока-пока.